Привет, мои дорогие телезрители, зрители. А вы, наверное, скажете: Хами, ты что, совсем с ума сошел? Уже третий блок подряд, ты ничего не выпускал, то ну, вот так я не мог сегодня ничего не снять, потому что сегодня день рождения моего города. 50 лет, с днем рождения, видно. Ватамановым Галине Алексеевне, Владимиру Галину Саратову-Испанову, Украинскому президенту, городскому учреждению Алексеевне. Отдела экологии. Учета и использования имущества и земли Федерального государственного бюджетного научного учреждения Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства. Виктор Павлович осуществляет контроль по соблюдению в научно-производственных процессах утвержденных технологий и требований в области охраны окружающей среды. Шишину Андрею Геннадьевичу. Полегаева Любовь Павловна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением, детским садом. Каланов Владимир Ильич, председатель Совета ветеранов городского населения Ильича. Люба, не спят долго. Раньше надо было, потому что... Так, мне нужна дополнительная чашечка. Участвовал в каком-то конкурсе. Выигрыш спа процедуры. Вам там раздают халявные морсы. Дегустация. Правда, я не знаю, почему тарпун морс. Вроде плохой. Вас окружает. Делитесь сами микрофонные эмоции и заряжайтесь вместе с 4G+ от компании Мегафон. Выкладывайте свои по-настоящему теплые фото в Инстаграме. Не забывайте прикрепить хэштег по-настоящему рядом. Получайте фото в распечатанном виде от компании Мегафон. Ждем вас всего. Меня уже пригласили в компанию Мегафон. Поздравляет вас. Я заполнил анкету молодежного совета Ленинского района и практически договорился о встрече с кем-нибудь из этого совета, чтобы поговорить про мой чемпионат, о сотрудничестве. Да, неплохой праздник в этот раз сделали, куча детей делают аквагрим, много разных развлечений, всяких дегустаций и прочего. Вот мне машут, посмотрите. Оу! И, собственно, хочется здесь остаться, потому что как-то все весело. В прошлый раз, ну, не на День города, на другие праздники, как-то мне не очень было тоскливо. Сейчас, мне кажется, очень даже неплохо. Есть еще множество площадок, но мне туда неохота просто идти, и я останусь здесь. Вот какой-то интересный контейнер такой сделали. Лидер. Я не знаю, что это такое. А, это кафе. Вот такое кафе, похоже. Квартиры, тут есть все. Взял скидку.
скидку взял на наш местный картодром. Здесь сейчас, как всегда, русские народные пляски. Все самое интересное будет вечером, 7 часов, а потом салют. Возьми, опять эти индейцы, они встречаются мне везде, я не думал, что их вижу здесь, но они даже здесь появились. Все, я пока догулялся, пока больше ничего нет. Остальное вечером, если удастся затащить сюда жену, то вы увидите концерт, салют и может еще что-нибудь интересное. Не удалось их вытащить. Теперь мы идем на концерт. Пока какой-то не очень, я вот вижу там какие-то русские народные пляски опять. А потом будет мега крутой салют наверняка. Посмотрим. Люблю. Выходи за меня замуж! Вы представляете, что он сделал? Он не сделал приглашение. Давайте аплодисменты ему. Стой здесь! Он сделал мне приглашение. Ну что, Вась, беги, беги к ней, беги. Таня, встречай его. Сейчас он будет делать ей предложение. Сейчас будут слезы радости. Мы будем следить за ними. Ну что ж, после такого, на этой сцене Екатерина Шастина! Я тебя люблю.
да забыл. Приходи, ты ничего не потеряешь здесь. Ну разве что свою именно сейчас. Я знаю, поверь, что я не очень слаб. Тоже одиночество. Oh,
огни в окнах, огни в ваших глазах и ваших сердцах, дорогие мои.